Погодні умови посприяли тому, що сезон активності кліщів розпочався раніше, ніж зазвичай. За січень-лютий у Дніпрі зареєстрували вже два випадки хвороби лаймбореліоз, яка виникає від присмоктування кліщів до шкіри. Медики рекомендують не виймати комах самостійно та не займатися самолікуванням, звертатися до лікарень якнайшвидше. Обязательно необходимо обратиться к врачу, только врач может вам сказать, есть ли заболевание или нет заболевания. Потому что пропуская начало заболевания, мы вызываем уже более серьезные осложнения со стороны нашего организма. Если же, например, вас укусил клещ, и вы это констатировали, что это укусил клещ, да, то идет процесс наблюдения. И в данной ситуации есть покраснение. И это покраснение увеличивается в размерах, ну, уже становится больше, чем 5-копеечная монета, мы должны бить тревогу. Потому что чаще всего именно вот такая гиперемия свидетельствует о том, что был укус, и укус клеща, и, соответственно, он уже впрыснул борели, которые были в его организме. Медики наголошують, треба бути обачним під час відпочинку на природі та вдягатися відповідно. Рекомендують саме світлий одяг, який буде щільно прилягати до тіла, та не забувати про головний убір. Вдома одразу необхідно перевіритися самостійно та перевірити тіло дитини. Причому одяг відразу випрати та випрасувати. Должны брюки быть заправлены в носочки. Если это рубашка, то она должна быть заправлена в брюки. Рукава должны быть точно так же прилегать плотно к телу. Если нет такой возможности, то можно использовать липкую ленточку, либо шнурки, если там вот предусмотрены эти шнурочки. И обязательно на голове должен быть головной убор. Когда мы приходим с улицы, да, то и с нами есть наши дети, четвероногие друзья, да, то необходимо сначала осмотреть четвероногих наших друзей на момент исключения присасывания клещей, затем деток осмотреть, обязательно голову, волосистую часть головы, шею, ушки.